Всем привет! На улице идет дождь, и машины гоняют по дороге. Вот это вот моющее, видимо, средство, которое остается на них после автомоек. Обратите внимание, вся дорога в белых вот этих вот лужах, в белых потоках этого моющего средства, автохимия. И все это, наверное, попадает куда? В реку, через ливневую канализацию. Вот напишите свое мнение, насколько это опасно для природы, когда это моющее средство с автомобилей попадает в окружающую среду, в наши реки, в наши водоемы и вообще в городскую среду, в городскую землю, где тоже растут деревья, трава, цветы, все, что мы так любим. Давайте беречь природу. Давайте что-нибудь придумаем против этого моющего средства белого, которое появляется на наших дорогах во время дождя, смываемое дождевыми потоками с автомобилей, с крыш, с капота, с корпуса. Ну, в общем, вы поняли. Постоянно, как дождь, вижу эти белые вот эти потоки моющего средства на дороге. И с ужасом думаю, куда же оно попадает? Наверное, в наши реки, в которых мы скоро будем купаться, потому что лето, тепло, пляж. Посмотрите, сколько этой белой гадости. И все это попадает в наши водоемы, в нашу землю, в наши недры. Пишите свое мнение, что вы по этому поводу думаете. Спасибо за просмотр, подпишитесь на канал Из Орла.